Всем привет, у нас в продаже появляется Renault Captur 2019 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров, который выдает 114 лошадиных сил. Задний ряд сидений в хорошем состоянии, без клубов пятен потертости и дыр. Передний ряд сидений также в хорошем состоянии, без клубов пятен потертости и дыр. Давайте пройдемся по комплектации данного автомобиля. У нас присутствует 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, также электроскладывание зеркал, система курсовой устойчивости, мультируль с круиз-контролем, также управление мультимедией, штатная мультимедиа, кондиционер, автомобиль запускается с кнопки старт-стоп, прикуриватель и подстаканник. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные можно найти в отделении. Приобрести автомобиль можно за наличный расчет по системе трейдинг либо в автокредит. А находимся мы по адресу на 1.83 автосалон столицы. Всех ждем.